Привет всем! С вами снова Светлана. И сегодня я хочу показать вам мой новый Travel Junk Journal, который я закончила вот недавно. Обложка – это старые джинсы. Джинсовую ткань я обработала хлоркой. То есть, когда это еще было, были джинсами, то я их обработала хлоркой, поэтому такой интересный эффект получился, пятнистый. Вот остатки моих джинсов. Так они выглядели, когда были джинсами, а так они выглядят теперь, когда они стали джанк-журналом. Тут я поместила такую висюльку, которую тоже сделала из джинсов. Вот. Очень простая обложка. Этот цветочек, у меня есть мастер-класс, как его делать. И здесь написано, что такое отпуск. Отпуск – это хорошо. И всегда на работе хочется, чтобы скорее пришло время отпуска. Вот. И такая вот закрывашка, тоже сделанная из джинсов и деревянных колечек. В общем, все просто. Сейчас посмотрим, что же там внутри. Этот журнал можно брать с собой в путешествие. Здесь есть много мест для записи. Итак, вот такой тег я сделала. Тут прострочено на машинке. Вот этот карман. Здесь есть возможность положить что-нибудь в три места. Тут тоже пакетик, в который можно что-то поместить, какие-то записи, фотографии. Открывается. Тут тоже место, куда что-то можно поместить. Тут можно записывать свои наблюдения. Здесь тоже можно записывать. Тут тоже такой же пакетик из трех карманов. Очень симпатичный. Такой тег, штампы, это штампы новые, которые я получила, вот. Тут такое интересное место для хранения, оно сделано из тега. И тут у меня живые цветы в пленке, в прозрачной. Большой карман, куда можно положить фотографии. Вот. Вот еще такие же цветы, которые я запечатала в прозрачную пленку. Тоже карманчик. Можно сюда что-то положить. Вот. Это здесь я использовала конверты и листы из энциклопедии. И поэтому некоторые картинки я тоже не убрала, а использовала их для того, чтобы было посимпатичнее. Вот, вот опять такой тег. Здесь тоже. Тут декупаж и штамп. Место для записи. Все это состарено кофе. Тут тоже что-то можно поместить. Это такой большой фотомат. Можно сюда фотографию поместить.
Можно что-то написать. Тут карманчик. Это декупаж на странице из книги. Вот такой тег. Тут конверт. Ваши тейпы. Немножко порисовала. Много коллажей. Вот такой вот раскладывающийся конвертик, на который можно что-то записывать. Потом его сложить обратно. И тут тоже что-то можно поместить. Тут два тега, которые двухсторонние. Можно их открыть. Здесь что-то написать. Сюда что-то поместить. Большой конверт. Сюда что-то отправить. Тут большой карман. Такой небольшой коллаж. Рисунок. Вот такой тег. Это у меня вырубка такая есть. Панчер. Это тоже коллаж. Простите. Следующая страница. В основном в этом альбоме, в этом джанк-журнале я использовала очень много голубого цвета. Он у меня такой с голубоватыми оттенками, голубовато-зеленый. Вот. Тут немножко порисовала. Ваши тейпы. Это у меня такая вырубка есть со штампами. Ваши тейпы. Тут можно записывать много вещей интересных. Здесь открывается вот такой буклет. Это мы были в Праге. И там есть такой водный трамвайчик, мы на нем катались. В общем, буклет я сюда поместила. Это вот так закрывается. Тут тоже место для записи, потому что когда мы в поездке, хочется что-то записать интересное. Тут место для того, чтобы что-то поместить. Здесь тег. С этой стороны тоже можно этот тег вытащить. Если здесь развязать, то получится такое вот место, куда я положила открыточку. Это тоже можно достать и что-то на нем написать. И потом завязать. Можно что-то тайное, секретное тут написать. Что-нибудь интересное. Это репродукция Альбрехта Дюрера, танцующий старичок со старушкой, очень симпатичный, мне понравились они. Такой у меня
Tech, который я сделала из guest card, guest check, коллажи. Здесь тоже большой пакет. Путешествовать можно на автомобиле, можно на автобусе, можно на самолете. Вот у меня тут автомобиль. С этой стороны двойной пейперклип, который я сделала. Такие вот девушки симпатичные. Тут из пленки сделан такой тег. Ваши тейпы. Вот видите, можно на велосипеде путешествовать. Это краб-бумага красивая. Ваши тейпы. Вот эти наклейки мне прислала Крафти Арина. Вот такая вот есть раскладушка, в которой все эти наклейки, очень удобные для travel-журналов. Здесь у нас кармашек. Тут и вырубка, и кусочек ткани, и крафт-бумага, и ваши тейпы наклеены. И вот такой тег. Это декупаж. С этой стороны вот такой вот. И сюда тоже что-то можно поместить. Вот этот вот тег мне прислала Ева Rhombo Gaming Crafting. Спасибо, Ева. Спасибо, Ирочка. Такой карман. Здесь небольшой буклет. И снизу тоже можно что-то помещать в карманчик. Тут у нас записная книжечка из кусочков из скрапа. Это вырубка у меня такая, елочка. Здесь вырубленная рамка, внутри штамп. Открывается, здесь что-то можно записывать. Вот такой тег. Просто кусочек крафт-бумаги, я его украсила. С этой стороны у нас магнитная закрывашка с настоящими растениями. Когда ее открываешь, тут у нас есть большое место для того, чтобы что-то записывать. Еще место для записи. Тут тоже можно что-то записывать. Большой пакет, чтобы положить фотографии или какие-то карты или еще что-то. Вот такой тег. Я купила очень много штампиков. И теперь я с удовольствием их использую. Штампики эти выглядят вот так. Я их положила в коробочку, такую вот старую. И тут очень много вариантов. И цветы, и надписи. То есть для того, чтобы делать ежедневники, это вообще супер штампы. Здесь у меня штампы картами со старинными. Тут тоже можно что-то записывать. Здесь можно что-то записывать. Это я порисовала акварелью чуть-чуть.
такой вот тег. Очередной коллаж. Вот такой тег я сделала. Этот карманчик из странички от книги. Такой. С этой стороны тоже можно что-то поместить. Такое место для хранения. И ваши тейпы. Вот видите, можно на велосипеде ездить. Можно просто путешествовать. И вот такая вот большая, большой такой конверт, пакет, который можно положить много-много всего интересного. Здесь тоже с этой стороны большой конверт. Тут можно что-то записывать. Тут я положила такой буклет. Чтобы тоже что-то записывать. Видите, тут отпечаток салфетки красивый. Здесь тоже коллаж. И сбоку вход в конверт. Здесь тоже использовала страницы от энциклопедии. Это у меня такой штамп, и я сделала им эмбоссинг пудрой. Такое объемное, приятное. Крафт бумага. Здесь тоже что-то можно поместить. Тут я сделала открыточку. Это у меня многослойные штампы, и я сделала такую открыточку. Следующая страница тоже коллажи. Нет, такой конвертик, пакетик. Сюда тоже что-то можно поместить. Эту бумагу я сделала с помощью мыла и трубочки для питья. Вот такая вот. Тут немножко крестиком повышивала. С этой стороны это тоже я нарисовала травки. Тут тоже можно либо фотографию поместить, либо что-то написать. Тут тоже что-то написать. Можно на мотороллере путешествовать. Вот такой карманчик. Можно что-то поместить. И сюда. Вот такой тег. Тут тоже что-то можно написать. Здесь карманчик. Я люблю, когда много карманчиков. Когда мы в поездке, нам хочется очень много фотографировать, чтобы запомнить все. Вот тут камеры. Сюда тоже что-то можно положить. Это Tim Holtz штампы с вырубками. Тоже место для того, чтобы что-то поместить. И вот здесь можно хоть куда этот тег положить. И сюда, куда захотите. Здесь тоже место для того, чтобы что-то поместить. Домики. Здесь такой буклетик. Мне понравился, что он такой старинный.
под старину сделанный. С интересными картинками. Это был джин. Вот я сюда его сделала. И последняя страница. Тут тоже тег. И коллаж из марок. И на этом все. Журнал мой закончился. Вот такой вот он. Большой, объемный. И его удобно будет взять куда-то в дорогу, чтобы сделать записи, помещать фотографии, помещать проспекты. А потом вспоминать в тихие зимние вечера, вспоминать, где мы были, что мы видели, что мы делали. Этот журнал будет выставлен в моем eBay-магазине. Кто захочет приобрести, пожалуйста. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана. Всего вам доброго. Пока-пока.